Здравствуйте, друзья, с вами Михаил Степанов, и в этом видео еще один интересный бизнес стартует из Англии, где пока идет предварительная регистрация. В этом бизнесе можно будет заработать за две услуги: за первую $100, за вторую $400, бесплатно, никого не приглашая, как они говорят. Поэтому когда будет открыты данные услуги, узнаем, что это за услуги. Пока что идет предварительная регистрация, поэтому важно как можно больше людей пригласить по своей ссылке, тогда вы будете получать по $100 за каждого вашего партнера и 400 тоже, насколько я понял. Если не так, будем как бы потом смотреть. В этом видео покажу немного по сайту после регистрации, что вы должны знать и как делать регистрацию. Поэтому смотрим внимательно все, чтобы потом не спрашивали того, что я уже как бы в видео рассказал. Итак, сейчас идет предварительная регистрация. После того, как и будет объявлен старт, нам надо будет подключиться к этим двум услугам. Насколько я понял, услуги будут связаны с продвижением какой-то информации в социальных сетях. Это какие-то могут быть подключения ваших страниц Facebook, Instagram, YouTube и так далее. Что-то будет посмотреть, то есть всегда можно будет отказаться. Но за это, как говорится, будут платить за человека один раз в год. То есть через год, если человек продолжает снова подключать данный сервис, еще раз $100 за первый, к примеру, и за второй в среднем там $400. Почему? Потому что вот в маркетинг есть разная там информация, и, к примеру, в социальное, если зайдем, там есть письма, которые можно рассылать. И вот в два примера писем, и здесь как бы про это как бы и сказано, и просто переведу. Получаете деньги за использование интернета, зарабатываете, используя Google, Facebook, Twitter и так далее. Эта возможность революционирует и монетизирует существующие веб-сервисы, которыми уже пользуемся. Пользуются 5 миллиардов человек. Они платят людям за использование интернета. Ну, как бы предполагает, что этот 5 billion sales будет это делать. Представьте, что вы повторяете то, что вы делали вчера в интернете, получаете $400. Это потрясающе. Вероятно, ничего. Как бы тут этот текст с английского надо будет подкорректировать, если будете его отправлять на русском. Но это как бы пример. Вот один образец, второй. В разделе маркетинг как бы можете потом посмотреть. И как я сказала, что будут два сервиса, за каждый мы сможем получить комиссионных в размере $100, ежегодно комиссия в размере 500 миллиардов. Ну тут как бы ошибка, не 500 миллиардов, а $500, или это как бы на всех может быть. Потому что тут мы платим $400 за использование интернета и еще $100 за вторая. Тут просто они не разделили две, когда мы заходим в основной, сервис 1 и сервис 2. Просто один $100 нам принесет, второй 400. И все это как бы бесплатно. Представьте их как аффилированных лиц перед запуском, это бесплатно. Создайте свою сеть и заставьте их строить свою. Стройте сейчас и зарабатывайте больше. То есть комиссии будут выплачиваться после того, как будет открыт доступ к этим услугам. Поэтому не просто за приглашение, а за то, что люди будут подключать. Это тоже нужно как бы иметь в виду. Поэтому здесь строго запрещено делать спам, но можно отправлять информацию там по почте, другое, третье.
Если вы говорите со знакомым, он говорит, отправь мне информацию там. Одна регистрация на один IP-адрес. Не делайте много регистраций, потому что будет проверка и будут за это банить. Все, что вам нужно, вот здесь, ваши реферальные ссылки. Level 1, к примеру. Копируете или вот сюда и приглашаете. Заходите вот сюда. Здесь то же самое. Реферальная ссылка. И ваш статус. Здесь как бы видно будет ваша структура, уровень, количество людей, приглашенных нами. Активно это, видимо, те, кто услуги подключат и кто не подключит. И в 16 уровней в глубину. То есть это очень хорошо, потому что может быть до 500 тысяч долларов, как они пишут там в примерах. Вот есть ответы вопроса. Ответы на вопрос, как говорится. И сервис 1, сервис 2, как бы подробно рассказан. Сколько что, как может принести там в примерах, с ихними расчетами. Все зависит, конечно, от нас, кто как будет приглашать, поэтому здесь есть разные уровни. Если вы сможете набрать 7 уровней, то получается по максимуму сможете здесь зарабатывать. Итак, нам нужна реферальная ссылка. Сейчас покажу, как делать регистрацию. В принципе, здесь ничего сложного, но там определенный код приходит на почту. Его нужно вставить. Когда вы переходите... Итак, тут есть у них видео. Он, видимо, автоматом включился. Так, переходим. Видео нажал, оно включилось. Дальше вам просто нужно нажать на регистрация нового человека или вот здесь. И как бы вот здесь вы вводите ваш юзернейм, к примеру. Здесь информация о том, кто вас пригласил. Здесь уже вводите. Все на латинице вводите, потому что компания с Англии, поэтому она кириллицу. Хотя тут есть русский. Не нужно вводить. Имя, фамилия, здесь страна выбирается, откуда вы. Потом город, адрес, почтовый индекс, e-mail. Повторяем e-mail. Здесь он вставил как бы код, он видит по IP, откуда вы. Телефон, продолжение, просто здесь код страны, дальше продолжаете свой мобильный, создаете пароль, повторяете пароль, дальше эти галочки вставляете, здесь вставляете, что я не робот, так, долго он что-то проверяет. В общем, нужно, чтобы он был, что-то ему не нравится. Ладно, видимо, второй раз я уже делал регистрацию, он не пускает. Я просто уже сделал, видите, одну регистрацию нужно делать. Нажимаете регистр, после этого как бы выходит вот как бы такая информация. Вам на почту отправляется код, который вы указали на почту, который указали при регистрации. Нужно за 30 минут сделать ввод этого кода сюда. Это коды из цифр, 6 цифр, его вставляете, потом нажимаете submit. Что это за код? Вот, к примеру, мне пришел такой код. Если нажать на эту ссылку, все равно он не вставляется, у меня не вставился. Лучше его скопировать и вставить. Так, это не то, я что-то закрыл. Ясно. Короче, вставляете код, нажимаете, и все. Как бы я ставил, чтобы показать, и закрыл. В принципе, это все. Когда будет уже открыта регистрация в эти сервисы, там внутри кабинета мы увидим
логин, все просто и так далее. Заходим. Так, ну у меня много что-то открыто, он интернет может тормозит, пока долго загружается. Может и у меня слетел интернет. Поэтому, в принципе, это все. Всего хорошего. Удачи.